Мы сейчас находимся в Парке Победы. В этом году для трудовых отрядов главы мы проводим игру «Защитник Отечества». Это такая военизированная эстафета, да, с полосой препятствий. Тут элементы альпинизма, элементы командообразования, мастер-классы по сборке и разборке оружия. Вот. Также переноска раненых и минное поле. Дополнительным испытанием для участников сегодняшних соревнований стала погода. Вот камера не передает, но дождь на самом деле достаточно сильный. Но так как игра военно-патриотическая, и даже называется она «Защитник Отечества», то, может быть, такие погодные условия – это дополнительная их проверка, показать все свои силы, показать свою выдержку. Ну и проверить в первую очередь себя на прочность. Рядом со мной один из участников сегодняшней игры, Артем Сайчук, его зовут. Артем, расскажи, пожалуйста, как вот вам такая погода сегодняшняя? Мешает ли играть, не мешает? Или наоборот, как-то, может быть, вас заводят? Ну, честно говоря, да, погода плохая, но у нас все равно хорошее настроение. Мы проходим этапы, у нас замечательное мероприятие и... В принципе, у нас все хорошо. А комары? Вот комаров еще много, прям заедают уже. Как? Они не сильно мешают. Не мешают. Ну, в общем, все нравится. Настроение как? Замечательно. Хорошо, все, бегите дальше на следующий этап. Спасибо. Погода все подпортила, как всегда. Задания интересные. Ну, вот, если честно, я считаю, что ковиды нужны для сплочения команды. Вот, допустим, у нас все прям хорошо пошло, мы начали все общаться. До этого мы этим, может, как-то не занимались. Вот. Ну и вот теперь все хорошо. Теперь мы дружные и сплоченные. Это было весело, как бы, но меня там успели уронить, еще что-то сделать. Следующий. Мне очень понравилось, это очень увлекательно. Помогает объединиться, команда сплочается, и все было очень хорошо. Супер. Участвует 8 команд, порядка 140 человек всего. Победитель будет определяться по времени прохождения. Команды ждут грамоты и небольшие приятные призы.